Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и сегодня мы продолжаем смотреть канал Hornstrom Games, а именно анимацию повседневной жизни импостеров в Among Us. 43 гребаных миллиона просмотров, давайте же заценим, что ж там такое. Кораблик летит, импостер пердит, ха-ха, очень смешно, да, я знаю. Тидапа, тидапа, это значит, ни хрена себе какой я классный импостер. Так, тут у нас опять радостная картина. Все веселятся. Вобода, вобода, здорово, подлюка королевская. Ребенок, малыш, малыш, беги! Малыш, беги! Беги, малыш! Я говорил тебе, беги, малыш. А, не, пока все нормально. Слушай, импостер влюбился. Может быть, любовь растопит его сердце? Не? Импостер. А ну пошли! Перехреначим этих собак всех! Ну он даже, вот этот вот чувак, он даже будет благодарен, наверное. Ну не хочу, я же добрый. А я не добрый, я сейчас расстреляю. Да ну перестань, ну зачем ты это делаешь? Ты что, ты садишь? Ты... Ладно, ну ладно, так и будет. Слушайте, прикольная идея, кстати. Один импостер заставляет другого импостерить. Так. Ага, это тут ребенка, да, обычно... Вот такого способа убийства я еще не видел. Тупо затянуть вентиляцию. Это интересно. Надо команде Inner Slot добавить, я считаю. Какие у тебя титяндры, это здоровые. что вы, тут же мой малыш. Да ничего, ему надо уже понимать, как к бабам подкатывать, что я это. Здорово. А, это перчатка бесконечности, типа, да, я не очень разбираюсь в Мстителях, во всем этом, но про это мне рассказывали подписчики, да. Приходится совершать такие ужасные действия, да? Ну чё, пойдем в это, в кладовочку? Да у меня не встанет, скорее всего, нет. Вы что такое обсуждаете? Я еще маленький, придурки. Так, ага. Ага. Тревога, да? Что же могло случиться? Что же могло пойти не так, что аж тревогу включили? Вроде все и так хорошо. Вообще. Рари! Рари! Она ушла, и я даже не потрахился, да, в переводе, наверное. Так, ну что, надо выдумывать, кто. А где, кстати, этот-то придурок, второй импостер? Куда он делся? Он никого не убивал. Нифига себе, чтоб за меня! Чтоб за меня в игре так питомцы топили, когда меня выкидывают просто так. Вот, вот чтоб хоть один падла питомец про меня сказал, что я. Давайте выкинем ребенка сейчас. Это ребенок убийца, по-любому. Вот придурок! Ты бы хоть трупы выкинул нахрен в открытый космос! А вот, кстати, убийца-то, вот, я думаю, куда он подевался? Я должен рассказать всем, какая мразь у них на корабле. Ну что ж, импостер, давай. Сделай доброе дело под конец. Дубатя. А, он еще решил драку под конец. Почему нет? А, я понял, хочет его убить. О как. Сейчас будет дуэль на Диком Западе. Космическом. Так, чувак, а зубки это чистить надо, наверное, да? Я представляю себе, как из этой пасти. Нади гадика, ну нади гадика, зубная паста, возьми, есть такая штука, привет. О да, о да, о да, да, охеренная звучка, я тащусь просто. Знаешь, у меня ощущение, что я сейчас оглохну от того, что они трезят без конца эту свою срань. Все пищит, все визжит, я просто не понимаю. Да, он сказал, ули, бля, бля, матеряться уже? Уже матеряться, да? Ну, я бы тоже матерился в таких обстоятельствах. Титя! Титя! Ну, Титя, да, это он вспоминает эту бабу, с которой он тусил. Во имя Тити! Я понял. Давай, держи его! Ты вытянешь! Ну, я уже чувствую, что концовка будет грустной. Прощай! Это
так и озвучивалось, да? Чувак сидел перед камерой просто. Перед микрофоном. Оба. Оба, да. Ну все, зато вас точно больше никто не убьет. Да, слушайте. Еда, еда, еда. Ребенок жрать хочет! Ребенка покормите! Бегают, кряхтят, орут постоянно. Тут ребенок жрать хочет, бедный, несчастный. А вы там все... Еда, еда, говорит. Вообще, не жалко вам его, нет? Капец. Следующий мультфильм называется «Первый импостер». Но этот мультфильм имеет уже поменьше количество просмотров, 5 миллионов. Тем не менее, все равно интересно. Давайте посмотрим, что будет нас ждать. А, это начало времен, да, как появились эти мрази вообще на корабле. Обратите внимание, что графика как бы специально сделана более схематической, чтобы показать древность времен, да? И не аку, да. Да, рисовка другая по стилю. Какие тебе там каки? Я не понял, что за каки? Что за капрофил вообще? Одни каки у него в голове. Накиоти. Ну, накиоти вылезли, да? Ой, мразь. Давай тапком, тапком эту гадость, тапком быстрее. А, тап, уже поздно, уже тапком не обойдешься. Все, и на бутылку посадили, да, печально. Опа. Вот как это на самом деле происходит, ребят. Теперь мы знаем. И как только, короче, еще чего мы не знали, теперь мы это знаем. Импостер это на самом деле японский сумоист. Ну вы слышали, да? Теперь просвещаемся, теперь это известно. Сейчас оттуда вылезет этот клоун с шариком, да? Это... Нормальный такой клоун с нормальным таким шариком, хера себе, однако. Брутальненько! Я тоже мог бы озвучивать такие мультики. Ой-ой-ой, кровушка из глаза потекла. Меньше надо было за компьютером сидеть. Как я, например, да. Не берите с меня пример. Так. И монстр такой: нет, извини, она желтая, а ты синий, вам не быть вместе, да? Так, ну что ж. Это просто расистский монстр, да. Он не хочет, чтобы желтые и синие были вместе. Еще и на черного напал. Ну, настоящий расистский монстр, подлюка. Охренеть. Джон Уик сраный, не мог нормально попасть уже с пистолетом. Хрена себе, Джеки Чан на корабле. Слушайте, да у нас есть шансы. Ну-ка, давай. Охренеть, монстр стреляет лучше, чем он. Тикаба, тикаба, да. Там такая тикаба залезла в корабль. Ты сейчас охереешь, чувак. Нормально. Руки-базуки пришел. Терешин прилетел, блин, в космос. Ох, нихрена меня бы затошнило бы конкретно. О, меня конкретно затошнило. Ой, мамочки. Какое говно стряслось-то. Корабль дальше не полетит, да? Ну ты и стрёмный, Кренди. А кто пришел? А, черный, да. Улыбнитесь, называть. Крака! Крокустателю крака! А красный такой смотрит, думает, можно мне переводчика, пожалуйста? Что они несут? Ну, неплохо. Да-да-да, ты такой смелый теперь. Стоял там, подсыкал. Когда черный пришел, его застрелил, такой: а, ну как тебе это теперь понравится? А, монстр, а, сейчас я на тебя пасу. Да. Тоже мне. Пони, я. Пони не надо сюда. Пони не выйдет, не выживет. Wi-Fi настраивает, чувак. О, шикардос. Все, кабельное провели, давай. Сейчас будем смотреть друзей. Или Симпсонов. Да? Правильно же? Или чем там занимаются в космосе обычно? Хрена вы полетели. Что это? Это... А, это небоскребы. Это не...
Классно это. В аэропорту чувак стоит, он сейчас охренеет от того. Привет, дорогая. Я, слышь, я наорал на труп чувака, которого пристрелили. Ты такой смелый, дорогой. Такой ты смелый, ты мой герой. Ребенок такой думает, что меня зародите за придурки, несут какую-то херню. А ты Кара, вот куда, глях, это ха-ху. Ребенок просто единственный нормальный, ну, русский человек, он по-русски говорит, все остальные вообще хрен поймут. Здрасте, чё хочешь? А, он на корабль сейчас придет. Ой-ой-ой, не надо, не ходи туда, и ты на корабль пришел, не ходи туда, не смотри. Психологическая травма на всю жизнь, сейчас еще эта сопля живет, по-любому. Сопля живет, кстати, вот эта белая. Да! Да, там еще, видите, один. Еще один такой крендель там. Ну, естественно. Вот такие дела. Ну что ж. Удачно включил. Да! Ну, в общем, давайте на этом закончим. У меня голова болит, серьезно. У меня болит голова, я честно. Я не шучу, у меня уже уши, короче, раскалываются. Я еще громкость надо было поменьше, наверное, сделать. Зачем я так громко сделал? Не знаю. Все орали, все кряхтели мне в уши последнее время. Давайте я вот потише сделаю. Продолжу, пусть что-нибудь происходит на фоне, а мы будем на этом, в общем, прощаться. Такие вот два видео, ссылки на эти видосы я, естественно, оставлю в описании, как обычно. Также, если вам понравилось, не забывайте подписываться, лайкать, комментировать, вступать в группу ВК, тоже ссылка в описании, нажимать колокольчик, поделиться, и все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.